Мира и добра всем присутствующим. В эфире 15-я передача телевизионного канала NEFS TV и я, его ведущий Всеслав Солов. Сегодня я намерен пообщаться с моими телезрителями на такую удивительную, уникальнейшую, самую глобальнейшую тему на Земле, которая называется «Любовь». Мои соученики очень любят эту тему. Они часто собирают ее бриллианты по всем вечерам моего огромного учения, по кусочкам я выдаю эту тему, или же иногда я провожу целиком и полностью только ее, только говорим о любви и поясняю все. Удивительное дело, на Земле существует огромное количество всевозможных школ о любви, и сексуальных школ, и которые преподают и телесные соприкосновения полов, и душевные, и духовные, и соприкосновения сознаний. В общем, много-много всевозможных культур на Земле и традиций в этом направлении есть. Но я скажу сразу вот о чем, что наблюдая, изучая, знакомясь со всем этим материалом, насколько вот я смог, по времени, по возможностям, я заметил одну очень существенную деталь, важную, что там нет главного, что же из себя вообще-то представляет любовь по сути своей. Ведь главное понять, что такое любовь, для чего она дадена вообще Богом человеку, это первый вопрос, да? Второе. Что при помощи любви, какие навыки человек в себе приобретает? Что пробуждает в нем любовь? Что из себя представляет настоящая любовь? Ну и многое-многое другое. Вот такие вот интересные вещи. Я, конечно, встречал даже ответы на подобные вопросы, которые, что я перечислил вот вам сейчас. Но в них не было рационального даже зерна, в них не было божественности. Все вот говорят, надо учиться любить сердцем. А они даже не понимают, а как это любить сердцем? А что такое любовь сердцем? Что значит сердце любит? Ах, сердце, ты умеешь так любить, песенки разные распевают. Моим соученикам очень нравится эта тема. Если вы задумаетесь о том, чтобы узнать ее глубже, вы всегда можете записаться ко мне на занятия, и я смогу вас поучить очень многому. Сразу скажу, что когда обладаешь материалом, вот, который я преподаю, и потом, допустим, ну просто даже происходит какое-то соитие, совокупление полов, то вот, человек, обладающий этими материалами, он может совершать, я скажу от лица мужчины, да, совершать такие неожиданные и удивительные вещи для женщины, где не надо изощряться какими-то модными штучками, да, применять больше там каких-то трений губ, щупальцев, прикосновений, которые вот на сегодня считаются обязательной программой, что ли. Это все вообще-то отходит на второй план, идет обычное, даже порой самое элементарное совокупление, а девушка или женщина восклицает, а что это было? Она видит свет, она вся тает, она такого никогда не испытывала. Ну, естественно, и молодой человек, или парень, и там, или пожилой человек, какая разница, возраст здесь не помеха. А он испытывает все то же самое. Вы понимаете, обладая вот этими знаниями, очень многого можно добиваться. И я сейчас попробую немножечко вас в этом убедить. Ну, вот, скажем, вопрос по существу. Начнем с самого банального, простого. А потом вопрос. Вы живете на некой плоскости, ну, скажем, на каком-то паласе.
Представьте себе, что ваш мир, в котором вы живете, это вот некий палас. Ну, то есть это вот что-то такое законченное, да, имеющее границы. Ну, мир, в котором мы живем, он тоже имеет границы. Границы познания наук, ну и так далее, да. А, значит, вот это вот своеобразный палас, логика паласа. Логика взаимоотношений человеческих. Ну, в том числе, естественно, взаимоотношения полов. Прежде всего, потому что мы рассматриваем именно эту тему сейчас. Вы живете на этом паласе и скажите, пожалуйста, вы же не сможете этот палас перемещать, дергать куда-то, если вы на нем стоите. Ну, наверное, каждый догадался, можно упасть. Ну, это пилить суп, на котором сидишь, да? Надо выйти за палас, сделать хотя бы шаг от паласа, взять руками палас и перетащить его куда нужно и сделать с паласом что угодно. То есть управлять логикой паласа, логикой жизни и бытия окружающей тебя, действительности, невозможно, пока ты сам в этой действительности. Нужно вышагнуть за ее пределы хотя бы на шаг, и тогда перемещай ее куда угодно. И тогда девушка или женщина будет восклицать, а что это было, да? И видеть свет и многое другое. Так вот, сейчас вопрос. Раз вы на логике паласа, вы живете в логике паласа, у вас будет всегда, если это секс, то это будет обычный секс. Если это любовь, то это будет обычная любовь. Вот здесь вопрос. Что же такое обычная любовь, которую в основном большинстве своем люди воспринимают как истинную. Истинную и даже чуть ли не божественную. Что же такое любовь на земле, другими словами? В пределах паласа, да, в логике взаимоотношений человеческих. Так вот, здесь очень все просто. Любая любовь, любые отношения легко просчитываются. Да-да, как ни странно, легко просчитываются. А любовь можно просто вот взять и описать даже. То есть взять и по пунктам выписать, почему один человек любит другого, и тот тоже встречно любит его. Ну, любят – это совокупность, понимаете, что такое любят? Любят за что-то. Любят потому, что улыбка нравится, да? Любят потому, что голос, его оттенки притягательны, да? Любят потому, что паузы выдерживает человек правильно и вовремя, и очень сладкие, как кажется тому, который их воспринимает, эти паузы, которые вот именно и любит человек за эти паузы другого. А любят за деньги, за богатство, за разумность, за доброту, за родителей. Может, родители нравятся, что вот они такие вот хорошие, милые и относятся так хорошо к любящему человеку. Любят за то, что он определенной национальности, даже так может быть любовь возникать. Любят за то, что он известный. Любит за то, что он, может, гордец, да, он любит в состоянии гордыни постоянно быть он или она, неважно. А любит за то, что человек умеет танцевать, писать стихи или еще что-то. То есть обязательно наберется определенное количество пунктов, за которые человек любит, один человек любит другого. Просто так. Как вот мы знаем такое смешное на ушах висящее выражение, даже кошки не родятся. То есть нужен кот, да? То есть просто так не любят. Просто так не бывает ничего. Обязательно за что-то любят. И если это что-то убирается, или перестает замечаться, или же опротивливает, или же надоедает, то любовь проходит. И обычно в большинстве своем люди любят друг друга по внешности. Вот я сколько смотрел, помню, передач телевизионных, там, спрашивают какого-то подростка, а это самое обидное, потому что вот они же должны вот быть обученными, чтобы безошибочно жить, обученными людьми более взрослого поколения, а те, которые взрослого поколения, они сами нифига, извините, не знают, что такое любовь. Так вот, спрашивают у подростка, какого ты человека хочешь встретить, а он отвечает, ну, девушка, допустим, у парня, а он отвечает, ну, красивая, Максим скажет, может, курносая, с длинными волосами, умеет в шахматы играть. Вы понимаете, то есть они даже не знают, какой должен быть человек их любимый, и все равно перечисляют прежде всего внешность и добавляют, может быть, такое креативное словечко, сексуальное там,
и так далее. Там модное, современное, там креативное, ну и так далее и тому подобное. Да? На турнике хорошо прыгает. То есть, другими словами, во-первых, все это действительно по моде идет, во-вторых, все это настолько связано больше с визуальностью, чем с душой, с чувствами. Мало кто начнет говорить о том, что мне нужна вот девушка или парень, который будет переживать о том, что вот я вечером поздно домой не вернулась там с работы или со школы, неважно, если она встречается, да, если студентка. То есть, короче говоря, вот даже душу мало кто трогает, понимаете? А уж о голове и говорить нечего, а окружение тоже. И все равно все, что будет причисляться, это тоже корысть. Как ни крути, все люди корыстны в любви. Корыстны в любви. Куда деться? Наполасивые все. А полас – это обязательно пункты, определенные массы взаимоотношений за что-то. За что-то. Адреса, понимаете? Набор адресов и создается Григор. Набор адресов и создается человек. Набор адресов и создается семья. Набор и так далее и тому подобное. Создается государство и прочее. То есть, другими словами, такова логика паласа. И тут даже трудно разозлиться или обидеться, или же даже негодовать на подобных людей, на вас, то бишь. Опять же, идем дальше, рассмотрим, да, ситуацию. Значит, получается, любить на земле некорыстно невозможно. Вы скажете, нет, ну как же, вот поэты описывают любовь такую, что вот там вот она вот, вот такая вот прямо вот просто тянет к человеку и все тут. Я вам скажу, что существуют еще и кармические, энергетические взаимосвязи между людьми. И когда очень сильно, без всякого объяснения, тянет к другому человеку, то это говорит еще прежде всего о том, что у них, или между ними, да, есть кармическая взаимосвязь, то есть кармические долги. Люди должны друг другу, и чем больше тянет, взбудоражено, тем больше должны, и порой тянет совершенно к некрасивой или некрасивому парню, и тогда говорят, что приворожила или приворожил. А это кармическая тяга, и, кстати, насчет приворожила я сейчас немножечко вам поясню. Наверное, я здесь маленький отступ сделаю и поясню. Дело в том, что я работаю в этом направлении в области вот любовных взаимоотношений, да, очень многое количество времени. И я вам скажу, что я еще не встречал на своих консультациях и на занятиях ни одного практически парня, там, мужчины, дедушки, старушки, девочки, кого угодно, чтобы, если они вот живут в семье, то есть они вот замужем или женаты, чтобы у них не было приворота. Если у них нет приворота, обычно эта семья непрочная и быстро распадается. Вот. Или она основана тогда на супер какой-то корысти. И пока корысть существует, они друг с дружкой трутся. Как корысть прошла, они разбегаются. Понимаете? То есть вот здесь приворот очень важный элемент, да, важен. Поэтому, когда люди даже заказывают приворот какого-то человека к себе, то, в принципе, ничего здесь страшного нет. Самое главное, тут надо понять, что если ты заказал приворот, то ты теперь навсегда ответственен за этого человека, которого ты приворожил. Как в «Маленьком принце» у Экзюпери. Ты несешь ответственность за тех, кого приручил, да? Ты в ответе. Так вот, то же самое и здесь. Я вам маленький примерчик приведу. Одна девушка приворожила парня. Я настаивал, чтобы она не делала этого, что и так у вас может все получиться хорошо. Она говорит, я хочу все-таки приворожить. Я говорю, ответственность будет на вас. Она говорит, да. Вот я сделал то, что она просила. А через где-то, может быть, полгода, она, может быть, через год, она мне звонила в Москву и говорит, ой, все, давайте обратно, я не хочу, отворожите его, он мне надоел, уходит как теленок, ну и так далее. А я говорю, вы знаете, ну, приезжайте, значит, я, конечно, помогу вам. Она,
оказывается, звонит уже из больницы. Потому что, когда я делал приворот, я ей сказал, что если вы захотите от него избавиться, вы начнете болеть и можете даже умереть. То есть вы тоже к нему приворожены. Я всегда делаю приворот двойной. То есть, когда я привораживаю какого-то человека к какому-то, по его просьбе, да, по просьбе одной стороны, то я привораживаю и обратно. И тогда этот, которому приворожили, он не может оторваться от этого тоже. Он ответственен за него, понимаете? Они оба живут счастливо. Но когда все-таки желается разрыв, тогда я говорю, да, приезжайте, я могу это сделать, но имейте в виду, главное успеть приехать. Вот она уже не успела, она звонила из больницы. Она не вовремя, да? Ей нужно было раньше позвонить, когда только первые симптомы появились, я бы помог. А так она не успела даже приехать, когда я с ней поговорил. После этого она больше уже не звонила, потому что, видимо, погибла, умерла женщина. Она там очень серьезно была больна уже. Вы понимаете, двойной приворот – это, конечно, сильная штука. Но помнить нужно одно. Если ты захотел избавиться от кого-то, от того человека, которого к тебе приворожили в двойном привороте, то все, имейте это в виду. Тогда гибель. Вот как делается приворот и как отворот – это, конечно, мои профессиональные тайны. Получается, люди без приворота друг к другу не живут. Не обязательно его делать даже. Он сам автоматически происходит за счет, как я сказал, кармических взаимосвязей. То существуют кармические взаимосвязи, когда люди друг другу должны из прошлых судеб каких-то жизней, которые они когда-то совместно соприкасаясь друг с другом, проживали, и вот здесь они появились, и их тянет друг к другу. Может, тянет для того, чтобы нарожать детей, отомстить и развестись. Ну, а может, тянет, чтобы нарожать детей и вырастить их, а самим погибнут, а дети их растопчут. То есть здесь все зависит от того, какова карма потом последующая будет. Да? И все это, кстати, вычисляемо у меня на консультации. Все это я могу проверять, видеть, объяснять. Это несложно совершенно. Ну, для меня несложно. А для людей, конечно, непонятно. Так вот. Вот эта вот тяга, она, конечно, кармическая, очень важна. И поэтому не всегда, когда тянет даже к некрасивому человеку, другого человека, не всегда надо говорить, что тот его приворожил. Понимаете? Это не всегда. На консультации, кстати, когда ко мне приходят люди, я это быстренько проверяю, выявляю и понимаю. И объясняю на языке, понятном клиенту. Так вот, идем дальше. Значит, получается... Любовь на земле в пределах паласа корыстна, и она абсолютно просчитываемая по пунктам, за что-то обязательно любят. Ну и, как вы понимаете, тяга идет на уровне кармических прошлых жизнях взаимоотношений. Но тогда вообще скажите себе, задайте вопрос, что вообще не существует, что любви настоящей на земле? Нет, ну почему же? Мы сейчас доберемся до нее. Давайте вначале с вами вообще поймем, для чего любовь дадена человеку. Для чего она дадена? Кто ее дал? Господь дал, Всевышний. Он дал нам любовь. Давайте подумаем и поймем, для чего Он вам дал любовь. Это великое, великое событие. Он дал кусочек своих возможностей. Вот смотрите. Встречается парень с девушкой. Неважно, мужчина с женщиной, старичок с старушечкой. Какая разница, мальчик с девочкой. Любви все возрасты покорны. Так вот, они встречаются, и от их взаимоотношения возникает ребенок. Вот они встретились, на самом деле они же друг другу не родственники совершенно. Это один человек, а это другой, совсем из других семей, не из разных семей. Но когда они встречаются и совокупляясь, порождают третье начало, то есть ребеночка, так вот через ребеночка они становятся родственниками. И если они правильно любят друг друга, то между ними или через них, через ребеночка должна проходить вот эта энергетическая взаимосвязь их любви. То есть напрямую они друг друга любить не могут.
они могут любить только через ребеночка. Вот, например, я, если у меня спрашивают насчет любви, я говорю, я страшно люблю делать детей. Официальных у меня двое, остальных, как я с юмором иногда говорю, не считал. Не в этом дело. Дело в том, что как можно совокупляться и в это время не понимать, что ты сейчас зачинаешь ребенка. И удовольствия это того нет. Совершенно никакого. Это вот и есть тот самый безобразнейший секс, который извращает человека, истощает его. Только в зачатии человек по-настоящему ощущает всю прелесть любви. Понимаете? Когда вот он свободен, понимаете? Когда он не думает о том, что он боится зачать ребенка. Или что ему не надо зачинать ребенка. Или он думает только о кайфе, о блаженстве, об удовольствии. Вот это последнее дело. Это не любовь. От этого вы только страдаете и психикой своей, и телом, и болеете, и проблемы в жизни, и вообще извращение в судьбе вашей кармы возникает, вихревые разные започины, которые обязательно будут вам по жизни мешать. Так устроена вот ваша структура человеческая. Так вот, значит, получается, мы с вами, только когда зачинаем ребенка, вот тогда мы действительно можем любить. И родственниками становимся друг к другу, только когда мы через ребенка любим, через ребенка друг к другу относимся, то есть в каждом нашем слове, в каждой фразе, в каждом движении, в каждом прикосновении друг к другу состояние ребенка передается. То есть ребенок участвует во всем этом. Только тогда возникает божественный потенциал, поле вокруг нас. Настоящая любовь, когда ребенок участвует в этом. Понимаете? От любви должны рождаться дети, иначе это не любовь. Конечно, я не хочу обидеть тех людей, у которых не получаются дети. Хотя ко мне часто обращались пары, и у них дети потом получались без проблем. Ну, если хотите, я маленький пример приведу, да? Я помню, преподавал в библиотеке одной, так там женщина, библиотекарь, она долгое время стеснялась ко мне подойти, обратиться насчет того, что они бездетны как бы с мужем. А потом все-таки обратилась, и я ей рассказал, почему у нее все это так. Оказывается, ее муж, грузин по национальности, имеет друга тоже грузина. А грузинская дружба, вы сами понимаете, это удивительная, сильнейшая штука. И вот они дружат очень давно и никак не могут, да, расстаться, говорится. Почему? Потому что друзья, это Грузия, да, грузины. А ребеночка не получается сделать, все время то выкидыши, то еще что-то. Оказалось, у того друга, мужа, нет детей, он бездетный. А у этих начинается, но постоянно выкидыши. Я говорю, вашему мужу придется расстаться со своим другом. Она, ой, да как же, вы что? Не может такого быть, что грузин с грузином перестал дружить. Я говорю, если вы хотите детей, он хочет ребенка, он расстанется с ним, найдет в себе силы и оправдания. И он сделал это и расстался, и у них получился ребенок. То есть приходите, пожалуйста, мы рассмотрим ваши случаи на консультации, и не исключено в большинстве случаев, что я вам помогу. Я никогда не гарантирую 100%, потому что 100% даже Господь не может дать. У нас есть право выбора у любого человека. Поэтому, когда вам говорят 100%, это значит уже 100% обман. Имейте это в виду. Поэтому приходите, возможно, я вам помогу. Скорее всего, конечно, я вам помогу. Разберемся в причине, найдем ее. Так вот, значит, получается, любовь через ребеночка идет. Любовь через ребеночка. Мы, нам Господь дал такую возможность, да? Мало того, чтобы порождать себе подобного, по его подобию, да? Мы порождаем себе подобного. Но еще ко всему прочему, мы делаем другого человека родственником. То есть ведь, как говорил Господь, полюби ближнего своего, возлюби ближнего своего, як и себя самого. А как его можно возлюбить? Где опыт такой взять? Так вот, через ребеночка мы, ребенок становится первый наш родственник, а через ребеночка мы начинаем любить мужа или жену по-настоящему. А через этот опыт уже дальше мы можем многое другое. Сейчас поясню попозже чуть, да? То есть получается, опыт любви
ко всем предметам и людям и так далее и тому подобное на этой земле и во всем мире, во всем мироздании, к нам, приходит через рождение ребенка. Поэтому секс, голый секс, ну это чистой воды обман. Обман и тупик, и энергетический потенциал, который обязательно выльется в какие-то те или другие наказания для вас. А потом тогда не сетуйте, что у вас то заболело, это не так, третье, десятое, это мужские, женские проблемы, они все из-за этого. Значит, получается, через ребенка мы учимся любить другого, любого другого человека, как себя самого. И жена наша, или муж наш, родственник только через ребенка. А самый настоящий родственник, которого мы породили, он даже больше родственник, чем отец и мать наши, это наш ребенок. А вот теперь давайте рассмотрим с вами любовь с точки зрения уже логики, которая в шаге за паласом. То есть вот представьте себе, вы сделали один шаг за палас и теперь управляете паласом. То есть логикой мироздания, логикой людей, взаимоотношения людские, да, вы понимаете. И вот что же на самом деле означает вот эта истинная любовь, настоящая любовь? Я вам сейчас очень коротко постараюсь пояснить. Астральное тело, человек, а выходы в астрал, особенно в высший астрал, я преподаю уже четверть века. Астральное тело человека, этого почти практически никто не знает, это вот только я, да? Сейчас вам скажу, и вы ахнете, ох, он знает. А еще раз подчеркиваю, вся передача авторская и без каких-либо сносок на эту передачу или сносок на мое авторство, я не разрешаю преподавать подобные материалы или употреблять в собственных корыстных целях. Вот. Так вот, астральное тело человека при его рождении, первая его подвязка, подвязывается к языку, к бугорку языка, там, где рождается зевок, там подвязывается. Для чего? Для того, чтобы сразу чувства наши, астральное тело – это мир, тело чувств, да, прежде всего, образов там и так далее. Так вот, астральное тело разворачивается сразу же в язык и в губы. Вот язык и губы – это первая привязка, вернее, первые опорные точки в физическом теле человека. А подвязка на зевке, да, вот там, где бугорок языка, там подвязано наше астральное тело. И поэтому во время зевка, там православные люди говорят, надо перекрестить рот, чтобы не вылетело ничего плохого. А я вам скажу, что если вы не будете крестить, а правильно думать, то при зевке, опять это все мое авторство, да, при зевке вылетает из вас разная нечисть. Потому что вот если позеваете хорошенечко так специально какое-то время, специально, а потом уснете, ну, надо уснуть после этого, то вы избавитесь от много-много негативного в себе, начиная от каких-то болезней, заканчивая каких-то проблем. Это вам вот мой совет маленький в этой передаче. Но он авторский, имейте в виду. Эта техника принадлежит мне. А детали, конечно, приходите, я обучу. Почему, как, что, да, приходите заниматься. Так вот, от языка первая, да, привязка. Почему именно вот к языку, губам? А потому что сразу ребенку нужно кушать, понимаете? Глотать и кушать. То есть он должен сосать грудь и глотать пищу, первую свою трапезу, да, чтобы не умереть. Но у него постепенно, она есть, но легкая подвязка, она такая слабенькая, по всему позвоночнику астральное тело растянуто от языка, от бугорка языка, по позвоночнику растянуто до промежности. И в промежности у мальчика к члену, да, к члену привязано астральное тело, будем говорить привязано, да, а у девочки к клитору привязано. И чем взрослее человек, тем больше оттуда начинается развертка от клитора или от члена мальчика, развертка в ноги, и тогда начинает он ноги уже не просто вот куколкой себя чувствовать, ведь вначале ребенок себя чувствует без рук, без ног, он как куколка, да? То есть совершенно как вот в коконе находится, у него ничего еще нету. А постепенно от языка
в руки выходит астральное тело, дальше он ощущает и желудочек, а от нижней привязки, от пениса или же от клитора, в ноги уходит астральное тело, вытягивается и так далее и тому подобное. И начинает ручками, ножками уже ребенок барахтаться. И старые люди даже помогали, чтобы разбить ножки, чтобы ножки могли у ребенка быть независимыми в голове, в сознании, да, и быстрее, чтобы пошел, вот так вот на ребро били между ногами, вот так вот, не по ногам, а между ногами, и говорили, чтобы путы разрубить, путы разрубить, путы разрубить, чтобы быстрее пошел, понимаете? Вот, а значит, раз пошло быстрее, значит, и умнее будет, ну и развиваться, да, хорошо. Так вот, значит, даже маленький пример, почему вот такие вещи очень важно беречь. Я имею в виду, чтобы не было никаких вот испугов, до 5 лет особенно, да, и не было сильных страстей, которые не воплотились. Вот маленький пример. Я помню, в одном городе работал, преподавал, консультировал людей. Я часто приезжаю в какие-то города, но не сам, только по приглашениям, когда находится какой-то человек или организация, фирма, которая приглашает меня в город. Там я выступаю обычно по телевидению, или же реклама соответствующая проходит, а потом я уже работаю. Так вот, я вот приехал и выступал, и вдруг меня пригласили к одной девушке, которая была парализована на ноги. А как у нее усохли ноги? Просто уже усохли. Там уже медицина бессильна, как говорится. Причину я обнаружил удивительную. Когда мы с ней начали беседовать в консультации, вдруг я услышал такой интересный, откровенный рассказ, что она, когда ей было 13 лет, находилась на отдыхе в пионерском лагере. И там очень сильно влюбилась в мальчика, которому тоже было 13 или 14 лет. Они так любили друг друга, и у них почти дошло до проникновения друг в друга, до взрослых взаимоотношений любовных. Почти-почти дошло. Но не произошло этого по каким-то причинам. Ну, то есть, может быть, она не захотела, испугалась или что-то. Там, я сейчас не хочу выдавать эти тайны. А просто вот не получилось. Но после этого у нее постепенно, она вдруг начала чувствовать слабость в ногах. Все больше стала нарастать эта слабость в ногах. И буквально в течение года, полутора лет, ноги перестали ходить. То есть астральное тело, лучи вышли из ног, потому что произошел вот от сильного стресса, ребеночек не подготовлен, 13 лет, да, сама любовь не состоялась, и от сильного стресса разрядки не было, да, то есть половой акт не произошел, и от сильного стресса астральное тело рванулось, поджалось. И ноги стали усыхать. Все. Если там нет души, то есть астрального тела в ногах или в конечностях каких-то, то их парализуют. Все. Уже нет. Человека не вернут. Техники, как можно обратно ввести астральное тело, парализованные конечности там и так далее. Все это я знаю. Но, конечно, опять говорю, не 100% прям вот со всеми у меня это может получиться. Там очень много нюансов, да. Поэтому не думайте, что я всесильный. Таких не бывает людей, думаю. Даже Бог не всем делал какие-то излечения. Да? Даже Христос говорил, вера твоя спасла тебя. Понимаете? То есть, ну просто так вот говорить абсурдно, что 100% всем помогу, ну это смешно, конечно. Но шансов очень много. Потому что я знаю, почему, что, как и умею эти техники выполнять. Опять же, я никогда не лечу. Я вообще не лечу. Я только корректирую сознание и душу, то есть чувства человека. Я вообще лечением не занимаюсь. Оно мне нафиг никогда не нужно было. Лечить вообще нельзя. Поэтому я помогаю человеку понять что-то, почувствовать что-то. И тогда у него происходит вот это так называемое излечение. И вот насколько это успешно у меня получается, да, объяснить человеку и передать чувства, настолько, ну, даже вот в беседе, да, настолько и происходит так называемое излечение. Ну, ладно. Так вот, значит, получается, что астральное тело у человека подвязано от языка к пенису или же к клитору, если это девочка, по позвоночнику, да, и дальше уже распространяется везде, в ручки, в ножки, там, и так далее, в голову. Но вот тут еще встает вопрос. Сердце человека. Смотрите, бывает так, что сердце отдельное
отдельно, отделенное, точнее, уже от человека, а оно продолжает биться. То есть оно как бы независимый орган. Само по себе может жить, оно живое отдельно. То есть вторая живинка в человеке. И вот здесь встает вопрос, как же сердце вообще может любить? Что такое сердце? А как астральное тело связано с сердцем, да? Я сейчас все абсолютно тонкости не буду вам рассказывать в этой маленькой передаче, но кое-что намекну. Когда человек действительно истинно любит другого человека, и он начинает его целовать, не 69, да? Когда наоборот извращенцы начинают губами, да, прикасаться к половым органам, губами рта, да, а и наоборот, да, то есть это вот все извращение в сексе, честно вам скажу. В этом случае никакого настоящего секса и любви человек не испытает. Нам Богом дадена классика, которая вам еще не познана, а вы уже в извращение кинулись. Вы классику еще не поняли, божественную. Так вот, когда вы прикасаетесь губами, это соприкасаются души ваши, да? Дальше пенис там, да, там клитор, там тоже соприкосновение. Но это еще не любовь. Вот когда ваше сердце начинает трепехаться, да, когда оно начинает вот так вот, видите, да, то есть вибрировать, но имеется в виду не в разнобой, что там сердечный приступ, а именно толкает кровь вот такими вот импульсами, что вы чувствуете, что это как всполохи огненные. Оно трепещет. И вы прильнули губами, и вы совокупились, пенис вошел во влагалище, и сердце трепещет. Вот это включается круг настоящий. Это божественный круг между вами. И если вот сейчас вы хотя бы раз в жизни испытали такое состояние, дальше, если вы даже расстанетесь навсегда с объектом любви, то вы никогда не разучитесь любить. Вы понимаете, я вышел на удивительное открытие. Любовь человека – это навык души. Вы слышите? Навык души. А навык души невозможно потерять, это невозможно отнять, это нельзя вырезать ножом, это нельзя выбить кулаком. Навык всегда останется при человеке в любой другой жизни и сейчас, в любом месте, всегда. Удивительная вещь, если человек научился любить, вот так, как я объяснил, да, вот это первое трепыхание было, даже раз в жизни, если у вас такое получилось, вы уже всегда сможете любить другого, любого человека. Любого. И не только как половое соприкосновение, а вы можете любить по-человечески. У вас откроется человеческое состояние, магнетизм любви. Вы сможете полюбить любого другого человека. Это значит, и прекрасное влюбленное отношение к старику, к старости, да, это и прекрасное отношение к родине, да, любовное отношение, это и великолепное отношение и к собачке, и к кошечке, и к паутинке, и к облачку, то есть вы научитесь любить весь мир, если у вас однажды произошел вот этот божественный круг. Если он не произошел, вы никогда не любили еще. Настоящая любовь, она совершенно не эгоистична. Настоящая любовь легко переносима. То есть ее можно вот взять и от одного человека перенести к другому. Здесь тоже, в принципе, и навыки, которые я тоже объясняю и учу этому, как можно перенести любовь от одного объекта на другой безболезненно, наиболее безболезненно. Значит, получается, настоящую любовь можно взять и перенести, потому что любовь настоящая – это не корысть по пунктам «за машины люблю», «за квартиры», «за деньги», а это навык души. И если ты навык души получил, ты счастлив, даже если тебя не любят. Ты счастлив, ты ходишь, ты живешь, ты умеешь любить. Это же главное – научиться любить. Тогда ты счастлив с любым объектом, совершенно.
Вот меня часто задавали такие вопросы: а как же вот там можно полюбить других людей? А я говорю: вообще-то я, вот, например, способен полюбить любого человека. Совершенно любого. Любого ребенка я люблю как своего. Любую девушку я могу полюбить и даже жениться и жить с ней. Совершенно любую. Но просто естественно, что это будет неправильно. Я буду, получается, если я буду любить, она может меня не любить, понимаете? Зачем я буду навязывать себя? Поэтому, естественно, я полюблю, открою навык души там, где меня тоже полюбят. Я не буду внушать, заставлять. Я только буду искать кармическую взаимосвязь, да, где мы друг другу должны. Потому что если мы не должны, мы долго не продержимся. И чем больше этот долг есть, тем больше будет наша близость дольше, и мы дольше вместе будем, и нужны друг другу, и глубина любви другая будет, понимаете? То есть получается, настоящая любовь все-таки – это навык души. И вот для этого Господь нам и дал ее, чтобы мы научились любить весь мир, яко Он любит его. Он же любит всех нас одинаково, и через это Он и есть Господь наш Всевышний. А мы по подобию Его. Мы через любовь телесную, казалось бы, такую низкую, да, для многих, тоже это представляется так именно, можем научиться высокодуховной любви, божественной. Вот то, что я сегодня хотел вам рассказать. Если вы хотите больше узнать и по технологиям сексуальным, и по взаимоотношениям, и многое-многое другое, то, естественно, приходите ко мне заниматься. Еще раз подчеркиваю, что отдельно, если тему о любви читать, то это нужно, чтобы набралась специальная группа. Я никогда не собираю группы специально, они сами записываются, вот тогда только я начинаю. То есть я вообще не рекламируюсь практически, почти не рекламируюсь. Вот как есть, так и живу. Не навязываюсь никому совершенно. Поэтому, если есть желание, приходите просто заниматься ко мне и по моим вечерам, по моим общениям с вами, через мои уроки, вы будете бриллиантики о любви собирать и соберете для себя эту тему целиком. Или же, может быть, наберется группа, мы проведем отдельное повествование, и я научу вас именно только любви. Но я вам скажу, что все-таки жизнь, она многогранна, и знать только одну любовь очень трудно, не зная всего остального. Очень много других навыков, которые тоже очень полезны и важны в отношениях и полов мужчин и женщин, и вообще в отношениях человеческих. Поэтому я считаю, что самое правильное обучение – это когда все учение человек как единый организм понимает и впитывает себя. Ну что ж, мира и добра вам, удачи и осознания себя. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, приходите и смотрите мой канал на моем сайте, в моем блоге, и, пожалуйста, предлагайте свои темы, задавайте вопросы, будем выпускать передачи как ответы на ваши вопросы и рассматривать ваши темы в передачах, или записывайте свои передачи, а я их подредактирую и пущу в эфир нашего телевизионного канала NEFS TV. Ждем ваших писем. Все адреса вы сейчас увидите. Всего вам самого доброго. Материализации мыслей и ваших желаний. Российский первоисточник, автор множества книг, высшая магия мысли. Вы можете научиться. Выходы в астрал, параллельные миры, энергологика бизнеса, телепатия, формула любви, дыхание сознания, магические операции. Школа вечеров Всеслава Соло. Контактный телефон 8 903 622 40 18.